И ты зацени, какая у нас теперь ламба. Она стоит сколько? Она стоит 10 миллионов. В этом видео я вам покажу, как получить самую дорогую машину в этой игре абсолютно бесплатно. Мяу-мяу, бойс. И вы, наверное, подумали, что я забыл про Roblox, но нет. Я про него как раз таки не забыл, и у меня есть для вас очень прикольная игра, называется Car Dealership Tycoon, да. Очень интересно, что там происходит, давай зайдем позырим. Давай. А еще в этом видео я вам покажу, как получить самую дорогую машину в этой игре абсолютно бесплатно. Итак, тут у нас на выбор есть три автосалона, ну это как система ребитхов, то есть смотрите, для начала я прокачиваю первый автосалон, и у меня уже он прокачан на 98%, вы представляете? Также, когда я его докачаю до 100%, мне нужно будет уже прокачивать второй автосалон, вот этот, красненький. Ну и логично, что третий будет после красного, да. Все понятно, давай показывай. Короче, заходим, автосалон один, и тут есть один плюс, что мы можем выбрать, где у нас будет стоять наш автосалон. Ну, я думаю, можно его поставить здесь. И ты посмотри, какой у меня красивый Нифига автосалон. Нифига себе, он какой большой, он двухэтажный. Во-первых, давай мы зайдем в автосалон, и я тебе здесь все покажу. Давай. О, какие-то тачки тут уже продаются, смотри, ты уже прокачан? Во-первых, смотри, тут посередине есть комнатка с диванчиками, тут есть телек. Ну, это не так важно, это все-таки автосалон. Хотя прикольно, что твои покупатели могут прийти и посидеть и подождать. Да, здесь еще компьютер есть. Отлично, это прям круто. Здесь есть первая машина за ноль. Которую я купил, но при этом я за нее получаю 50 долларов. Это же Рено, или как она называлась? Фиат, это Фиат, Пун, не Пунта, как-то Фиат. Напишите, как эта машина называется, такая странная, со странными фарами. Да. У меня есть в автосалоне черная молния. Черная молния, это же пятерка. Да, это самая Лада. Офигеть, Лада продается в Roblox. Да, даже пикко-симулятора нету Лады. Класс, это класс, за это эта игра прям сразу получает лайк. Да, вот она выглядит оригинально, вот. Я тебе покажу еще две фишки моего автосалона. Во-первых, здесь может зайти не только человек, но и машина. Машина, ну да, в автосалон заехать на машине, это же логично. Да, вот, открывается гараж, и мы можем взять, то есть, любую машину и на ней заехать. И ты посмотри на мой гараж. Ну, это все тачки, что у тебя есть, что ты купил. Да. А, давай, пойдет. Давай, допустим, мы с тобой заедем на Dodge Ice Charger. Давай. Итак, смотри, мы с тобой заезжаем, затем закрываем наш гараж. Так. И вызываем лифт. Вот он, приезжает этот лифт, и мы можем на машине заехать на второй этаж. Кайф, кайф. То есть, так, вот, смотри, поднимаемся. Мы так нажимаем. И все, вот мы поднимаемся. Мы ее тоже можем выставить на продажу? Да, но она третьего класса, поэтому я смогу ее выставить на продажу только в третьем автосалоне. А-а-а, супер. А что, мы сегодня купим каких-нибудь точил с тобой? Конечно, купим. Что за вопрос? Но перед началом мне нужно показать, как копить в этой игре деньги. Тут есть два способа копить деньги. Первое, это за автосалон. То есть, видишь, там за машину дают денежки небольшие. Да, когда как будто бы кто-то покупает. Да, а второй... способ, это тот самый обычный способ, как из Vehicle Simulator. То есть берем любую машину, я возьму кибертрак. Так, кибертрак есть, класс. Да. И просто катаемся на ней. И мы на ней получаем, вот здесь видишь, плюс 84 доллара. Доллара, да, за каждый километр. И вот, как говорил, уже кто-то прокачивает третий автосалон. О, круто, круто. Надо тебе срочно прокачать наш автосалон, чтобы он стал хотя бы второго левела. Я надеюсь, в этом видео мы сможем это сделать. Давай что-нибудь прикупим за бобуксы. О, кто ж не любит бобуксы, давай, да, что там есть? Итак, вот мы зашли, то есть здесь уже покупать машину, но нам... Блин, то есть... А начиналось так красиво. Нам не нужны машины, нам нужны геймпассы. И вот, то есть VIP, но он нам не нужен. VIP не нужен вот, вообще. X2 деньги. Ну что, купим? Купим. Два раза купить? Быстрее будут деньги копиться. Окей. Отлично, теперь у нас должны деньги копиться в два раза быстрее. И теперь давай купим еще вот это, супер автомобили за 600. О, что там, набор машин? Тут написано Корвет, Ламборгини Авентадор, SRG. Прикольно. Ну что, покупаем? Давай. Это... Офигеть, 600 робуксов. И все, мы купили. Ладно, надеюсь, не зря. Вот, смотри, то есть Ламборгини Авентадор и Корвет. Зверюга. Смотри, тут, кстати, можно еще прокачать ее. Давай сделаем ей какой-нибудь цвет. Давай. Какой? Я давай поставим ей оранжевый цвет. Это же все-таки рыжий кот. Да. Так что у нас будет рыжая машина. Вот, смотри, она уже поменялась. Так, супер. Колеса, я думаю, можно поставить белые, потому что я люблю белый цвет на колесах. Ну, я думаю, все, уже можно не прокачивать дальше. И ты зацени, какая у нас теперь ламба.
Просто офигенная точила получилась. Да, но здесь есть... Смотри, один... у тебя денег поскольку прибавляется. Да, но здесь есть один минус. То, что тут нельзя прокачивать и двигатель, нельзя на нее скины ставить. Но это все-таки Тайкон. Здесь ты все-таки развиваешь больше свой автосалон, который мы, кстати, сейчас, надеюсь, все-таки прокачаем до следующего левела. Итак, вот он мой красивый автосалон. Вот, если вы ставите на вот эту зеленую кнопочку, и тут у вас вот такие вот есть штучки. И то есть иногда бывает, что каждый раз, когда вы покупаете новую вещь, у вас появляются новые пункты. И давай купим платформу 9. И мы прокачали свой автосалон на 100%. О, да, и получили бейджик. Теперь да. Нам доступен с автосалон второго уровня. Да, теперь смотри. Мы то есть заходим, и как поменять машину? Тут у нас есть вот обычный такой пункт здесь. Показывают все, что мы можем купить. И вот, мы заходим вот сюда и выбираем платформу. То есть... выбираем, куда поставить точило, что да, заменить. Да, у меня уже все заняты, кроме 9-й платформы. И как ты думаешь, что мы можем поставить? Смотри, есть мини-купер, Lexus или Subaru Impreza. Давай Impreza, Impreza втыкай. Вот она. О, класс, ну прям автосалон. Теперь у тебя просто мега нереально крутой. Да, давай зайдем и реально посмотрим, где там наша Subaru. И вот она, наша Subaru Impreza. Красотка. Subaru Impreza, причем это тоже легендарная. Причем я даже не менял, это такая у нее стандартная раскраска. Легендарная машина. Ну, это ее классическая раскраска, да. Тем временем на улице день настал, да. Ура. Наконец-то. Так, а как нам теперь получить второй салон-то? Второй салон уже нужно перезаходить. Давай, срочно перезаходим. Итак, а теперь давай мы с тобой возьмем, вот он, автосалон 2. У нас 0%, придется делать все с нуля. А здесь уже 100%. Итак, выбрать и выбираем, где у нас будет местность. Ну, давай поставим здесь, возле пляжа. Окей, возле пляжа лучшее место. И автосалон загрузился, вот. И ничего нету. Итак, смотри, то есть все начинается с нуля. Вот, то есть мы прокачиваем. И все, у нас больше не хватает денег на что. Но давай поставим с тобой на платформу машину. Так, давай, ну, давай поставим Ладу. Короче, прикольно, это же типа Тайкон, но только вы свой автосалон строите. Это вообще круто, да. Хорошая идея, вообще мне понравилось. И давай поставим Toyota AE86. Пусть продается. Да, а теперь я вам покажу, как получить самую дорогую машину абсолютно бесплатно. Но на этом аккаунте она у меня уже есть. И вот она, Ford GT, но здесь она называется Fred GT40. Она стоит сколько? Она стоит 10 миллионов. Я вам так скажу, это на секундочку дороже самой дорогой машины в игре. То есть вот, самая дорогая машина 8 миллионов, а это стоит 10. Класс, срочно показывай, как ее получить. Хорошо, но мне надо перейти на аккаунт папы, чтобы у него тоже была эта тачка. Ну, теперь я зашел на аккаунт Блоксика. В скобочках Блоксики, не обижайтесь на меня. Итак, давай выберем, у нас, видите, 0%. Давай автосалон первый, выбрать. Здесь вообще все по нулям, ничего нету. Да. Бедные и... Блоксики. Так, собрать, и вот он тот самый скин, который все помнят. Кстати, кто-нибудь знает канал Блоксики? Интересно вам опять увидеть на нем видео или уже пофиг забить на него? Ну-ка напишите в комментах нам. Так, давай. У тебя, кстати, есть уже тут небольшие денежки, давай тебе что-нибудь... прикупим. Вот, давайте прикупим Toyota Prius. Моя самая нелюбимая машина. Итак, поехали. Сейчас мы будем получать вот за ивент Ford GT. Давай мы с тобой сначала найдем первое. Это у нас будет передний бампер. Итак, то есть смотрите, вот вы едете к вот этой вот двухэтажной парковочке. И вот то есть, здесь вот будет такой вот угол, ну то есть поворот. И теперь смотрите, просто сюда заезжаем, и вот передний бампер машины. Как его собрать? Очень просто, то есть подходим, нажимаем на Е, и теперь нам нужно ехать на метку колеса, вот она. Это, то есть, получается, гараж этого Ford GT. Вот он, этот гараж, и вот, то есть, вот видите, тут вообще ничего нету от этого Ford GT. Теперь нажимаем на Е, вот он корпус, да. И вот, то есть, у нас поставился передний бампер. Да. И, кстати, чтобы посмотреть, сколько вам деталей осталось, вы заходите сюда и крутите вниз, и вот. Угу. То есть, все, что отмечено галочкой, все, мы это уже... получили. Следующий ориентир у нас будет, это гора, ну точнее водопад на горе. Итак, смотри, мы заезжаем на вот эту вот странную платформу и можем уже выйти, потому что у меня машина застряла. И вон они валяются, тормоза. Ну, если что, ориентир вот эта гора. Так. Ну то есть вот эта платформа, ну я думаю ее каждый заметит. Вот, собираем тормоза и спокойно точно едем. Так же едем в гараж. Итак, я приехал на следующую точку, то есть на следующую точку назначения. Это водопад на горе. Ну, то есть, смотрите, вот начало водопада, и заходим в эту воду, и здесь лежит дверь.
Так, собрали дверь для Форда, пойдет. Да, кстати, тут есть трамплин, но я думаю, ну, ты это Prius не сможешь. Я просто не хочу повторять историю того самолета Dude's Force. Да, было такое дело, посмотрите прошлое видео, кстати, по Dude's Force. Все, возвращаемся в гараж, и следующая деталь. Ну да. Итак, ну все, ставим дверь, и вот она стоит уже красиво. То есть мне осталось... Смотрите, что мне осталось получить. Так, смотрите. Мне осталось получить сиденье, еще одну дверь, тормоза, колеса. Вот эти, то есть, ну, боковые, это крылья. Также у нас двигатель, глушитель, задние колеса и задний бампер. Ну, короче, до хрена ты собрал пока очень мало. Только 3 штуки. Пока Димон ездил, он себе прикупил новую тачку. Как вам Ford F-150? Да. Короче, едем на следующую точку. Да. Итак, то есть вы из первого города едете на вот этот мост, спускаетесь и едете к вот этой вот заправочке. И то есть смотрите, вот там наверху лежит глушитель, но как на него забраться? Очень просто. Подходим сюда, и здесь есть лесенка. И мы по ней просто забираемся и получаем глушитель. Класс! У нас есть глушитель. Теперь идем за следующей деталью. Ну а следующая деталь у нас располагается здесь, возле той самой заправки. Вот, то есть в этой речке, где я утонул, просто нужно забраться сюда. И здесь у нас будет другая дверь валяться. Так, еще одну дверь мы нашли. Да. Дверь, кстати, у нее, которая переходит на крышу, да, такая прикольная. Да. Ну, окей, следующая деталь. Итак, сейчас мы во втором городе заезжаем на вот этот вот частный сектор. И мы подъезжаем к вот этому черному дому, ну, домику. И едем от него вот сюда. И здесь Поле. У нас будут... Передние колеса. Передние колеса лежат под деревом. И, кстати, да. Карты, к сожалению, нету здесь, поэтому мы бы вам на карте все показали, но приходится вот так по ориентирам, так что сорян. Ищите без карты. Да, то есть вот от этой заправки можете ехать сюда, сюда. И найдете вон тот черный дом, да. Черный дом. Все, хорошо, мы ее везем в гараж, деталь, и показываем вам следующую. Итак, следующая деталь находится на другой гонке, то есть вы от вот этой вот ралли-гонки, где находится заправка с глушителем, вы просто едете вперед, вперед по этой вот дороге. И а, вот, дорог... то есть вы подъезжаете вот сюда, к вот этой вот местности, и здесь возле трамплина находится сиденье и руль. Сразу две детали. Три. Три, собрали. Едем к следующей детали, быстрее, да, уже хочу погнали. Собрать. Ну а сейчас мы приехали с вами за тормозами, уже вторыми тормозами. То есть, смотрите, мы приехали на вот этот пляж, и нам нужно найти полотенце, на котором будут лежать тормоза. Если что, оно должно быть зеленым, как я помню. Тормоза, вы где? Вот, вот они, тормоза. Так. Они лежат вот здесь, вот возле радужного зонтика на зеленом и полотенце. И там какой-то киоск светится, да? Вон да, там. И там вот розовый киоск. Итак, следующая деталь находится у нас неподалеку от вот этой вот самой штуки, где мы получали с вами сиденье. То есть мы просто едем прямо, а тут в пустыню заезжаем. Пока мы не увидим вон те вот огоньки. Это, если что, туннель. То есть тут будет выбор, и смотрите, то есть тут есть выбор. Либо прямо, либо по сторонам. И вам нужно ехать только по сторонам. А, ага. Прямо, то есть нельзя ехать. Окей. Чтобы получить деталь. И то есть вот, тут когда начинается поворот, вот лежат вот эти боковые крылья. Фу, так просто на дороге валяются, блин. Как-то слишком просто. Хорошо, ну их когда гонишь, можно и не заметить. Да. Все, крылья есть, теперь следующая деталь. Итак, опять мы подъезжаем к тому же самому месту, где мы получали сиденье. Вот мост, и тут у нас будет гоночка. И то есть нам нужно просто перейти на вон ту сторону. И там вот валяется двигатель, вон там можно заметить. Короче, в пустыне опять-таки, где Drag Race, где гонка. Не Drag Race, да. А просто гонка или Drag Race, ну, это? Да, это Drag Race. Drag Race гонка, вот здесь вот среди тюков с сеном лежит двигатель. Это не сено. А это камни. А, сорян, я почему-то думал, что это камни, сено. Это пустыня. Извините, извините. Окей, среди камней мы нашли двигатель. Кстати, знаете, в чем плюс вот так вот ездить туда-сюда с гаража на место? В чем? То, что ты собираешь так кучу много денег и получаешь крутые тачки. Вот, например, я пока катался, накопил себе на Ford Mustang. Короче, выполняя этот ивент, вы накопите себе неплохо деньжат. Димон купил себе Mustang. Итак, хорошо, вот то есть Drag Race. И вы подъезжаете прям к самому концу гонки. И вот на этом камне валяется задний бампер. О, да, теперь у нас машина будет уже практически в сборе. Она будет выглядеть как настоящая, да, точила. Останутся только колеса и все. Все, едем быстро за задними колесами и смотрим уже быстрее мою новую тачку, которая достанется мне. Да. Я уже не дождусь. Все, поехали. Она у меня уже есть. Так что у нас вдвоем будут Ford GT, мы будем гонять по городу. Итак, последняя деталь находится возле того самого туннеля. То есть вы едете вот сюда налево.
И вот, рядом с кактусами находятся колеса. Да, это последняя нужная нам деталь. Мы сейчас наконец-то получим нашу тачку. Да, все, срочно возвращаемся в гараж. Кстати, Димон еще покажет сейчас в цель, ну, собранную эту машину, конечно же. Да. И я наконец-то сяду и смогу поуправлять Фордом GT. Это да. прям кайфули. И мы получаем сейчас Ford GT. Ну что, вы готовы? Наконец-то настал 3, этот момент. 2, 1. Вот, приз! Yeah! В честь 500 миллионов 40. Посещений. Класс, мы получили Ford GT. Мы получили машину за 10 миллионов. Ну-ка, заспавни ее бегом. Вот она, покажи ее. Блин, красотка. Просто офигенная. Короче, это все было не зря. Теперь вы знаете все локации, получайте ее себе. А еще Димон хотел сказать какой-то код вам. Да, код называется 500 миллионов визитов. То есть, смотрите, заходим в настройки и вводим вот такой вот код. 500, ну, M это как миллион, и визит. И получаем 50 тысяч. Неплохо, я получил Ford GT, еще и получил 50 тысяч на счет. Кайфули. Вот такой вот у нас теперь Ford GT. Кстати, напишите в комментариях, как вам, нравится или не очень. Ну ладно, я желаю вам удачи, проходите тоже этот ивент и получайте Ford GT. Но пока папа катается на своем Ford GT, я пошел прокачивать свой второй автосалон. Ну а на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока! Пока-пока!